И всем привет, вам бандиты, это третья часть, как я играл в Castle Crash. Так, как видите, у меня вот уже третий замок, потому что я туда слился. А третий из четвертого замка. Это несколько раз проиграл, и у меня было даже 900 кубков. Так, ну сейчас лично, хоть на третьей арене я даже проигрывал, тоже такие трудные противники, но я говорю сразу, они такие очень трудные. Милана. Спасибо. Ну, Милана. Ну, понимаешь, что Милана меня знает. Блин, баллиста выносит мою мушкету просто в соло. Бум, бэйби. Че, ну она тоже в эту игру играет? И. Иди нафиг. Так, если что, Милана, это моя подруга. Мы с ней в Майн играли по сети. Не хочу в бой. Я не, блин. Ну, пятый. Ну, четвертый. Чё он делает? Серьёзно, скелетики? Скелетиков больше нету. Наушница. Серьезно, ксеноморф? Лучше не никак. Просто вот шута выносят. Так страшно. Ну, блин, ну так страшно. Очень страшно, я тебе сказал. Очень страшно. Все, Аркена нету. Блин, Джин. Нифига себе. Он выносит. Джин тявка. Блин, палач. Ну, жестяк, палач. Ну, блин, ну вот говнюк такой. Палач, жестяк. Два палача. Серьезно? Сейчас будет один. Эй! Слышь, дряда погнала. Баллиста, иди нафиг. Только заспавнил уже нету. Серьезно? Победа. Еще один бой. Так. Так. Бум. Бум.
Всем до победы! Если вам ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, играть ли мне в эту игру. Всем удачи, всем пока.